Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 113 тысяч километров. Застучала шаровая опора, передняя левая. Поднимаю автомобиль, снимаю колесо и снимаю шаровую. Меняется она здесь легко. Заказали оригинальную и заказали одну. Говорит, вторую. Застучит вторая, будем менять вторую. Пока одну. Поднимаю. Поднял автомобиль. И вот так она ходит. Ну и следовательно болтается колесо. Снимаю шплинт. Немножко почищу резьбу. Головка на 17, болт тоже на 17. 7 лет автомобилю, скоро 8 будет. 113 тысяч пробег. Гайка открутилась свободно и легко. Откручиваю верхний болт. Две гайки снизу, один болт сверху. И гайки. Немножко зубило забью, раздвину. Ну, я думаю, этого достаточно будет. Да, шаровая пошла. Thank you.
вот сюда в отверстие вставил лом и просто нажал вниз до конца. Ну а теперь остается мне только шаровую с направляющих сбить. Шпилька имеет насечку, как на шпильке колеса, и эта насечка врезается в шаровую, из-за этого сидит плотно. Сюда она вставляется. Беру новую шаровую. Новая шаровая оригинальная 54 530 3S 300. Я вскрывать ее не буду. Не буду ее вскрывать, проверять. Оригинальная. Доверюсь, что она нормальная. И убираю зубило. Смазываю болт. Медной смазкой и завожу его на место. Наживляю гайку. Ну а затяну уже, когда подожму. Также смазываю резьбу и шпильки. Завожу шаровую на место. Смазываю и наживляю болт.
Все, резьба одинаковая, выглядывает из гайки. Ну и затягиваю шаровую. Сам рычаг уже шаровую поджал вверх. И ставлю на место шплинт. Вот и все. Если посмотреть, никакого хождения нету. А старая шаровая просто умерла. На этом все. Замену передней левой шаровой, замену передней шаровой опоры я закончил. Всего вам доброго.